what it takes to fool the sound. I'll do it till the sun goes down, over the night time. Oh yeah, I know, I better not to let a feeling show. It's the only way to make friends to grow, but I'm too afraid now. Whoa. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. Как зовут? Меня зовут Евангелика Баташина, мне 13 лет. Ничего себе, какие имена бывают. Евангелика, да. Евангелика. Да, Ева. Господи боже. В первую очередь хочу сказать, что замечательное выступление, замечательный голос. И несмотря на то, что была одна нотка, которую ты не дотянула и расстроилась, но это вообще без разницы. Это, наоборот, добавило еще больше живых эмоций. Но мне кажется, что только из-за того, что мы повернулись, ты стала еще больше нервничать и переживать. Было такое? Еще и вначале я очень сильно нервничала. Но как будто мы добили тебя своим разворотом. Ты умничка, круто выглядишь, круто поешь. Спасибо большое. Расскажи, кто эти замечательные люди по ту сторону. Там моя мама, сестра. Дедушка старший, дедушка младший и друзья тоже пришли. Супер. Класс. Дедушка старший, дедушка младший. Да. Классно. Дед, красава. Я-то сидел спиной и украдкой посматривал на группу поддержки. Вот на самом деле очень важно видеть поддержку, потому что как они за тебя болеют, конечно, и поддерживают. Класс. Да. Где ты занимаешься? Я занималась 1.5 года онлайн с учительницей из Казахстана. И вот неделю назад мы увиделись в реальной жизни и занимались вот все эти дни очень активно. То есть ты дистанционно, да, училась петь? Да. Классно. А почему это супер. Из Москвы я пропустила. Нет, я живу на острове Маврикий, а она в Казахстане. И мы неплохо, неожиданно. Какими ветрами, судьбами сюда? Обычно на острова уезжают, когда есть секреты, поэтому не рассказывай ничего лучше. Да не, они просто решили приехать, когда мне было 3 года, и мы там живем уже 10 лет. Супер, что вы приехали, идете ко мне в команду. Не зря вы путь проделали. Чудесно, что... Ну, да. Как-то... Я чопом про Маврики-то узнал, далековато ехали просто. Очень, да. Сейчас перебиваешь, я не могу понять. Или что? Прости, пожалуйста. Как обидно, ну что ты делаешь, Станкич? Вот видишь, какое? Перед женщиной на колени становлюсь. Это момент, собственно говоря. Да, это бал в счет того, куда нужно идти, в какую команду. И... Я вот не прав, сразу на колени.
слышу, и просто безумно хочется добраться до... Маврикия, да? Понятно. Вот она, корысть. До голоса, до аппарата. И немножко помочь. Помочь настроить его так, чтобы не было срыва. Потому что слышу, что происходит, очень похоже на то, как я чувствовала себя примерно вот в этом возрасте, когда только настраиваешь аппарат, когда есть чуть-чуть связок, когда не знаешь, как пользоваться дыханием. Все это... Как я, она заговорила? Я знаю. Ничего, Гагарина, эта терминология, она, конечно, оглушает. Она вот где-то может и обмануть неопытного ребенка. Если вы хотите поддаться моей помощи, Гагариной, которой я с удовольствием хочу поделиться, вот, то ко мне. Ладно, давайте будем решать. Я никогда в таких не участвовала в больших конкурсах, и поэтому мне было еще страшней. Так. Предатели вокруг. Я выбираю... Я выбираю тебя. Егора Крида. Ну что, я за тобой наблюдал. Были сомнения, что это современная модная девочка. Ты что ты мусоришь тут, а? Это деньги. Это деньги? Да. Умница, да. Современная модная девочка, которая понахватала по верхам, а сама-то она что может? И ты вышла и показала, что в тебе огромный потенциал. Тебя не спутать ни с кем, что у тебя свое творческое лицо. Будь здорова. Кто это такая, а? Моя сестра. Сестра, да? Старшая? Да, конечно. Самая старшая. По взгляду старшая. Я очень рад, что ты с нами. То, что ты развернула наших этих облепиховых друзей, это вообще чудо. Спасибо, счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.